Лужники. Последних полвека название этого района Москвы у всех прочно ассоциируется с нашими самыми яркими успехами в области физкультуры и спорта. В 1956 году здесь вступил в строй крупнейший в мире спортивный комплекс. В 57-м в Лужниках открывался Всемирный фестиваль молодежи и студентов, а в 80-м прошла Московская Олимпиада. Кроме того, тысячи москвичей получили возможность для регулярных занятий спортом. Но с начала 90-х, с развитием свободных рыночных отношений, российский спорт оказался в незавидном положении. Но руководство Лужников нашло простой и эффективный способ решения проблемы. Здесь открылся вещевой рынок. Он тоже стал крупнейшим в мире. Десятки тысяч людей получили работу, у москвичей появилась возможность недорого купить практически любую вещь. А главное, рынок дал средства на поддержание отечественного спорта. Но, к сожалению, сюда, как и в другие подобные места в столице, стали проникать криминальные элементы, в первую очередь разного рода мошенники. Администрация спорткомплекса и правоохранительные органы объявили криминалу войну. Но перед ними оказалось немало серьезных преград. Мая 1997 года пенсионерка Любовь Петровна Лукина позвонила из приемного покоя 40-й городской клинической больницы своему зятю Павлу Юрьеву, работающему охранником в банке, и пожаловалась, что ее обманули на Лужниковском вещевом рынке, куда она пошла купить внуку подарок ко дню рождения. Группа молодых людей у небольшого лотка предложила ей сыграть на игровых автоматах, имитирующих скачки. Убедившись, что без особого труда там можно выиграть большие деньги, старушка под подзадоривание незнакомых парней сыграла. И не заметила, как проиграла всю свою пенсию, принесенную утром почтальону. После этого парни сразу разошлись. Лукина осталась одна и попросила хозяйку автомата вернуть ей проигрыш. Но та грубо отказалась. С какой стати? Сама, мол, играла, никто тебя не заставлял, и вообще я этих парней не знаю. К ней подошел незнакомый мужчина и пригрозил, что если она вообще не свалит отсюда, у нее будут еще больше неприятностей. Теща заплакала, пошла домой, а в подъезде ей стало плохо. Она с трудом открыла дверь и вызвала скорую. Медики обнаружили Любовь Петровну на полу в коридоре. У нее случился микроинфаркт. В больнице женщина рассказала о случившемся врачу, и тот посоветовал ей заявить в милицию. Но она отказалась и обратилась за помощью к своему зятю. Павел выяснил точное месторасположение лотка и приметы угрожавшего ей мужчины. Надеясь на свои профессиональные навыки, он решил разобраться во всем на месте и вернуть деньги, принадлежащие теще. Через час Юрьев был на рынке, но палатку на указанном месте не нашел. Однако совсем недалеко стояла точно такая же, а около нее именно тот мужчина, которого описала теща. Он как раз разбирался с молодым парнем, тоже проигравшимся в пух и прах. Грубо схватив обидчика за шиворот, Павел напомнил ему об утреннем инциденте и потребовал тещины деньги обратно. Но внезапно на него набросилось 5-6 человек, завязалась драка. Подоспевшие вовремя милиционеры скрутили новоиспеченного борца за справедливость и доставили его в 135-е отделение. А там Юрьеву все объяснили. Оказывается, отделение милиции и администрация рынка были буквально завалены заявлениями потерпевших от лохотронщиков, как здесь их называли, и сыщики уже третий день вели наружное наблюдение и скрытую видеосъемку этой точки. А он чуть не сорвал им операцию. Следователи попросили Юрьева сообщить подробности случившегося с его тещей. И он уже в спокойной беседе рассказал о том, что ошибся входом и прошел к точке, находящейся совсем в другом конце рынка. Но и там, к своему удивлению, он встретил описанного Лукиной мужчину. Теперь уже настала очередь удивляться оперативнику. Значит, мошенники действовали не только на тех двух лотках, за которыми велось наблюдение. Получается, что их гораздо больше, чем предполагали. И все эти лотки – звенья одной цепи. Продолженные в последующие два дня оперативные наблюдения дали ошеломляющие результаты. Таких точек не две и не три, а более 30.
Причем они как фантомы кочуют, меняя свое местонахождение по нескольку раз в день. Кстати, этим и объяснялась ошибка Юрьева, когда он, придя на подробно описанное тещей место, палатки лохотронщиков не обнаружил. Возглавлявший проведение операции старший следователь прокуратуры Центрального административного округа Москвы Виктор Насеткин прекрасно понимал, необходимо срочно пресекать действия мошенников. Но этому препятствовал ряд серьезных обстоятельств. Главная проблема состояла в том, что в 95-97 годах нашу страну заполнили подобного рода преступные сообщества. Но не было правовых рычагов для привлечения к уголовной ответственности виновных. Такие рычаги появились только в 97 году, когда была введена в Уголовный кодекс статья «Организация преступных сообществ». Но у прокуратуры не было опыта борьбы с этого рода преступлениями. Вот, поэтому идти на операцию без подготовки был большой риск. Но и бездействовать было нельзя. Эпидемия лохотронного мошенничества вовсю свирепствовала в столице. Палатки, подобные Лужниковским, можно было встретить на всех московских вокзалах, на ВДНХ, на многих рынках, подземных переходах, у крупных торговых центров, порой просто на улицах или площадях. То же самое творилось в Питере и других крупных городах. А добытые к этому времени сыщиками данные о масштабах мошенничества просто поражали. И я могу сказать, что следствие располагает документами, согласно которым только за три дня 1997 года доход с игорных заведений составил порядка 1,5 миллиарда рублей. А это ни много ни мало $250 000. Не мог скрыть своего удивления и возглавлявший в бригаде Насеткина оперативную работу Андрей Сомов. Когда мы узнали весь размах деятельности лохотронщиков, мы, конечно, обалдели. В одной Москве несколько сотен точек, а по стране. В общем, всего получается несколько миллиардов долларов в год. Вы понимаете, о чем идет речь. То есть это уже вполне можно сопоставить с годовым бюджетом страны. Ну, короче говоря, это была крупнейшая мошенническая сеть в России. Но на пути у Насеткина и его команды стояли и другие преграды. Проведение следственно-оперативных мероприятий осложнялось тем, что на каждое игорное заведение была лицензия. Это законное основание работы на вещевом рынке Лужники. И малейшая ошибка в операции могла привести к провалу ее. То есть программные продукты могли быть уничтожены, а то окружение игровой палатки могло просто-напросто разбежаться. И с этим парадоксом ничего нельзя было поделать. Лохотронщики, оказывается, являются работниками фирмы ТОО «Садко», которая имеет выданную по всем правилам лицензию, и ее статус охраняется законами о предпринимательской деятельности. Было ясно, что при таком размахе, с которым орудовали лохотронщики, одной тещи Юрьева, едва не скончавшейся от сердечного приступа, дело не закончится. Насеткин попросил ежедневно присылать ему сводки из городских клиник обо всех случаях скоропостижных смертей и самоубийств при невыясненных обстоятельствах. Среди них наверняка могли быть и жертвы лохотронщиков. Несколько свидетельств о смерти привлекли внимание сыщиков. 12 июня в реанимационном отделении 6-й городской больницы скорой помощи скончался 72-летний Василий Седов. Злоупотребляя в свое время алкоголем и закодировавшись у новомодных врачей, он вдруг неожиданно развязывает и выпивает почти литр водки. Доза оказалась для него смертельной. В ходе расследования выяснилось, что в тот трагический день Седов пришел домой с легким запахом алкоголя и рассказал жене странную историю. Ты его обобрали на Лужниковском рынке какие-то подонки. А он в азарте проиграл все полученные в этот день отпускные деньги. На них мы хотели отдохнуть в Анапе. Перед смертью Седов бредил и кричал врачу. Я еще разберусь с этими подонками. Слышишь, доктор, я убью их. Пока Насеткин изучал картотеку, поступила срочная информация о том, что 20 июня на одном из деревьев в сквере в районе станции метро «Калужская» был обнаружен труп 53-летнего москвича. Криминалисты констатировали самоубийство. Никаких предсмертных записок при нем не было, но установили, что этого человека видели накануне на Лужниковском рынке, недалеко от одной из лохотронных палаток. В кармане его куртки обнаружили сберкнижку, с которой в этот день были сняты все деньги. Более 7 тысяч рублей.
Вероятность того, что и он стал жертвой мошенников, была очень велика. Медлить дальше было нельзя. Каждый день мог принести новые жертвы. Несмотря на то, что до окончания действия лицензии оставалось больше 2 недель, на нашем экстренном заседании, а там были представители МВД, и генеральный, и РУБОПа, было принято решение провести операцию по задержанию лохотронщиков. Утром 30 июня 1997 года переодетые под обычных покупателей и зевак сотрудники РУБОП сконцентрировались вокруг 7 игральных точек вещевого рынка в Лужниках. Они внимательно наблюдали за происходящим, тщательно запоминая проигравшихся и людей, помогавших им в этом. Как обычно, все это непрерывно фиксировалось на скрытой видеокамере. В 3 часа дня поступила команда приготовиться к задержанию. Буквально в течение получаса были задержаны около 200 человек. У операторов были изъяты игральные автоматы и отчетно-финансовая документация. Но в отделении милиции все задержанные, как и предполагалось, дружно отказались от своего участия в розыгрыше. Мотивировали это тем, что все они случайные прохожие, по разным причинам оказавшиеся на рынке, друг друга, разумеется, не знают и никаких потерпевших в глаза не видали. И все это несмотря на то, что те активно опознавали своих обидчиков. Но это не решало главную проблему. Очень трудно было вменить задержанным участие в деятельности крупномасштабного преступного сообщества, руководимого из единого центра. Это можно было доказать только по каждой отдельной игральной точке, где связи и контакты подозреваемых между собой были очевидны. Но никто из них своей вины не признавал. Все твердили про совершенно законные, подкрепленные лицензиями розыгрыши. А члены наиболее многочисленных групп прикрытия заявляли, что вообще никакого отношения к играм не имеют. Пришли на рынок, как и все посетители, за покупками. А у палаток просто остановились поглазеть. Поэтому возбудить уголовные дела удалось лишь по 3 игральным точкам. Но это была победа. Хоть маленькая, половинчатая, но победа. Впервые было возбуждено уголовное дело по статье 210. Впервые по этой статье были арестованы люди. Мы прекрасно понимали, что программой можно управлять, но как это делалось, мы не знали. Дело оставалось за специалистами. Единственная в этот момент реальная улика, по всеобщему мнению, таилась в самих игровых компьютерах. Эксперты-компьютерщики исследуют аппараты и однозначно подтверждают, игровые программы легко управляются по желанию оператора. В конструктивную схему аппарата была встроена специальная плата, которая позволяла быстро и легко перейти с режима случайного результата в режим заданной оператором комбинации, что являлось всегда выигрышным для владельца аппарата. Теперь сомнений быть не могло. Мы столкнулись с четко отлаженной и организованной структурой, которая, прикрываясь лицензией, заурядно обманывала людей. Следственная машина заработала на полную мощь. Проводятся многочисленные обыски, сотни очных ставок, анализируются показания потерпевших и свидетелей. Составляются десятки альбомов из фотографий, изъятых у мошенников, по которым выявляются все новые и новые причастные к делу лица. Некоторые особо активные участники преступного сообщества, понимая, что на сей раз за них взялись всерьез, бросали нажитые нелегким трудом квартиры, автомобили и пускались в бега. На них был объявлен федеральный розыск. По делу проведено более 150 обысков. В день порой проводилось по 5-6 обысков. Но это та титаническая работа, которая позволила собрать по делу доказательственную базу. Под тяжестью этой самой базы многие ранее отпиравшиеся аферисты теперь начинают сотрудничать со следствием. Появились первые чистосердечные признания. И вскоре перед следователями предстала схема организации лохотронной точки. В ее основу был положен простой и надежный механизм игры в наперстки. Как и там, успех предприятия обеспечивали подставные лица, или по той же наперсточной терминологии, верхние, хотя они и располагались в самом низу игровой пирамиды. Верхние должны были изображать случайных игроков и зевак. Подставные игроки довольно часто выигрывали крупные суммы, соблазняя тем самым на игру реальных жертв или лохов. Лжезеваки болели за лохов, подзадоривали их, создавая тем самым атмосферу ажиотажа и заинтересованности у других прохожих. К верхним относилась также и группа страховки. Если, отойдя от стресса, игрок-жертва понимал, что его попросту обокрали, и пытался возмутиться, ему сначала показывали лицензию, подтверждающую законность данной игры,
А если тот не успокаивался, то 3-4 неизвестно откуда появившихся молодца доходчиво объясняли неудачнику, что для него будет лучше убраться с рынка по добру, по здорову. Система обработки клиентов была продумана буквально до мелочей. Вы знаете, мы сразу поняли, что тот, кто это придумал, был великолепный психолог. Но больше всего нас поразило, что он даже учел, что лохи, то есть зеваки, будут лучше слушаться советов людей своего возраста, сверстников. И у них в каждой команде были и свои дедушки, и бабушки, и сопливые девчонки. Когда во время игры у клиента заканчивались деньги, то специально обученные люди советовали не терять гарантированный выигрыш, а съездить за недостающей суммой к себе домой или снять деньги со сберкнижки. Для того, чтобы во время дороги он не передумал, его сопровождали, поддерживая по пути его азартное состояние. Но, как правило, в своем желании отыграться жертвы не останавливались ни перед чем. Это тоже явно учитывал тот, кто стоял на вершине лохотронного Олимпа. Следователям стал известен случай, как в лапы мошенников попалась жена посла одного уважаемого государства. Заскочив на минуту на диковинный столичный рынок, она не только проиграла на месте все свои деньги, но и дважды съездила домой за добавкой. Наигралась на 6 тысяч долларов. Всего на каждой из 43 точек было примерно по 8-10 подставных лиц. Над ними стояли держатели касс, проверенные люди, которые контролировали вращение денег, забирали конечную выручку на каждой точке, а также выдавали игрокам зарплату. Кассиры работали в постоянном контакте с ведущими игры операторами, которые непосредственно управляли лохотронными компьютерами. Они назывались «нижние». Каждой точкой руководил бригадир. По данным сыщиков, кстати, среди задержанных было 4 бригадира, но они продолжали хранить упорное молчание. Очевидно, что в этой преступной структуре было не одно звено. Но что происходило дальше, рядовые сотрудники не знали. Палатка – это своего рода передовая, где простые бойцы ковали победу, то есть деньги. А командование, и тем более ставка верховного главнокомандующего, была где-то далеко. Пока Насеткин ломал голову, как выйти на организаторов группировки, ему сообщают о почти невероятном событии. 23 июля на Шаболовку в приемную Московского управления по борьбе с организованной преступностью приходит некий Олег Печенкин, который предлагает начальнику РУБОПа взятку в размере, ни мало ни много, 300 тысяч долларов. За то, чтобы дело лохотронщиков было спущено на тормозах, а потом и вовсе закрыто. Такой откровенной наглости не помнили даже старожилы управления. Незадачливого взяточника задержали, но, пообщавшись с ним, поняли, скорее всего, перед ними типичный городской, точнее, даже московский сумасшедший. Это предположение подкрепилось, когда в его автомобиле обнаружили завернутые в газету 2 боевых меча. Возбудили уголовное дело за хранение холодного оружия и поехали делать обыск на квартиру Печенкина. А она была больше похожа на оружейный магазин. Ножи, мечи, сабли, стилеты, пистолеты были повсюду. Выяснилось, что Печенкин является коллекционером старинного оружия. Но все же зачем Печенкин сделал это сумасшедшее предложение рубоповцам? Наряду с несколькими экземплярами оружия, на которые у горя коллекционера не было разрешения, сыщики заодно изъяли и записную книжку Печенкина. И правильно сделали. На вид это была обычная записная книжка красного цвета. Но осмотром ее было установлено, что цифры, проценты и суммы в ней указаны в строго определенном порядке. И чаще всего напротив этих сумм встречается имя Воронов и кличка Гарик. Насеткин поинтересовался у Печенкина, кто такие Воронов и Гарик. О Гарике Печенкин ничего не слышал, а Воронова немного знает. И вроде тот недавно как будто попал в автомобильную аварию. Насеткин решает провести обыск в квартире Воронова. Перед сыщиками предстал скромный на вид человек лет 35 на костылях. Он действительно недавно попал в аварию. Также заметно, что выражено, что имеет манеры определенные, умен, и проявил себя так открыто достаточно, как бы готов к общению и даже помочь следствию. Но помочь сыщикам ему было нечем. В доме у Воронова не нашли ничего подозрительного, кроме трех измятых листочков каких-то отчетов.
На всякий случай их изъяли и отвезли на Сеткину, который тем временем продолжал работать с записями и цифрами в книжке Печенкина. Это не были коллекционные контакты, судя по всему, и по версии следствия. Это была система распределения черного нала между участниками какой-то организации. Кто-то от чего-то получал 60%, кто-то по 17%, кто-то по 10%. Решили еще раз побеседовать с незадачливым коллекционером. Спрашиваем у него про записную книжку. Печенкин понимает, что многое нам уже известно, а что именно, не знает. Юлит, путается. Некоторые цифры объяснить не может или объясняет их несуразно. В частности, почему, например, напротив цифры 60% каждый раз помещались данные об обмене валюты, причем в весьма внушительных размерах? Проверили расположенные в районе Лужников обменные пункты и выяснили, что одни и те же люди практически каждый день обменивали астрономические суммы. Им выдавались по 2-3, а иногда и по 5 справок на одну и ту же сумму – $9900. Дело в том, что по существующему законодательству операции на суммы, превышающие $10000, подлежали обязательной регистрации в банке, откуда эти данные отправлялись в налоговые органы. Проверили списки задержанных и обнаружили в нем фамилии нескольких постоянных менял. Во время допросов те спокойно сообщили, что деньги, конечно, меняли, но не свои. Их каждый раз давали разные люди, которые им не представлялись, а они получали за это свои проценты. Менял также расспросили про Воронова и Гарика. О Воронове задержанные ничего не знали, а про Гарика сообщили, что это был такой своеобразный пароль. Когда подельники должны были встретиться, но не знали друг друга в лицо, они называли кличку Гарик. Сыщикам было ясно, что под этой кличкой реальный человек, причем из самой верхушки. Но где его искать? Кое-кто из допрашиваемых, судя по реакции, явно знал про Гарика что-то более существенное, но предпочитал молчать. Пока оперативники работали с менялами, Насеткин изучил листочки из квартиры Воронова и сделал очередное открытие. Цифры на листках бумаги были заполнены в табличке. Из этих табличек было видно, что цифры дополняют записи Печенкина, обнаруженные в его записной книжке, и из этих цифр складывается четкая финансовая система преступного сообщества. Круг все-таки замкнулся. Значит, этот безобидный человек на костылях, если не глава всей этой пирамиды, то, по крайней мере, один из них. Непонятно только, зачем Печенкину было сдавать Воронова, если они сообщники. Насеткин срочно запрашивает у руководства ордер на арест Воронова. А через несколько минут ему звонят все из того же 135-го отделения милиции и сообщают, что у них находится некая Мария Хлебникова. Она утверждает, что день назад пропал ее сын, Андрей. Более того, она не сомневается, что его убили. Через 20 минут она уже была в кабинете Насеткина, где еще раз повторила. Ее сына убили и даже знает кто. Хлебникова сообщила, что позавчера сын договорился по телефону о какой-то важной встрече, после чего весь вечер был сам не свой. А я еще ему сказала, да не ходи ты никуда, сынок. Уж очень я за тебя беспокоюсь. А он мне еще ответил, да ты, мать, не бойся. У меня на них столько всего есть, что им самим меня бояться нужно. После этого Хлебников перезвонил своей знакомой Ольге Васильевой и попросил ее побыть рядом с ним в метро во время этой встречи. Но ни вечером, ни на следующий день сын домой не вернулся. Обеспокоенная женщина позвонила Ольге. Оля рассказала, что встреча была нормальной. Они встретились на улице, спустились в метро. Игорь подошел к каким-то мужчинам. Она вроде одного знала. Самое важное, что сообщила Хлебников, этот человек был на костылях. Костыли. Сомнений быть не могло. Это был Воронов, ордер на арест которого уже был подписан. По его адресу немедленно выехала оперативная бригада. Но квартира была пуста. Воронов бесследно исчез.